Так, excuse the beard. Я правильно перезношу? Beard, то бороды. Да, бороды, да. Главное говорит, почти правильно, да. What's that? What's that? There's no... Ну что это, борода? Ну ладно, допустим, это можно... Если мы резко заберемся, это не значит, что у нас у всех есть бороды. Мы призываем всех беречь бороды. Потому что бороды — это очень важная часть. Да, просто. Не, ну может у него борода, ну как бы. Бороды — это очень важная часть нашей жизни, и мужики без бороды — это... Ну, тренер УСИ очень считалось неприлично не носить бороду, по крайней мере. Парни, а вообще вы когда музло сочиняете, чем вдохновляетесь? Как бы, что вот для вас там? Хороший вопрос. Мы вдохновляемся издевательством над остальными членами группы. А кто у вас в группе самый, как бы, ну, кого все чморят? Ну, обычно это... Нет, чморят — это сильно сказано. Ну, как бы, знаешь, там, эй, ты... Шуточки, да, у нас... Ну, про кого? Барабанщик у нас панк раньше играл. А, ну вот, его здесь нету, да? Куда он ушел, кстати? А, ну, в Павловский посад далеко, завтра работаем. О, жесть. А вы еще завтра не работаете? Завтра воскресенье все. Давай пять. Я обожаю, когда говорят, что завтра воскресенье. Все умничают вообще. Ну, хватит. Ну, что, какие впечатления после выступлений, какие планы на будущее? Планы основательно влиться в СБР-тусовку. Мы планируем выступать как бы на больших площадках. Вот, сейчас первые шашки кончил, первое выступление в Москве за долгий год. Да, мы отыграли, мы можем отыграть лучше, гораздо лучше. Что, студийная работа планируется когда? В следующем году планируется? Да, еще немножко материал накопить, и лет мы хотим засесть в студию. После Нового года у нас выйдет эпишник, там будет три песни. Эти три песни — самые крутые песни, которые у нас сейчас есть вообще. Их можно будет послушать в сети, как бы. Отлично. Да, летом за альбом. Летом за альбом. Летом? Да, летом. Я вижу, ты оптимист. Да, это реализм абсолютный. Хорошо, летом я тебе покажу этот видео. Такой, бля, о, я был молодый. Ёбать. Ладно, чуваки, я... Поздравляю вас с дебютом СБР, вы молодцы, хорошо отыграли. Вот, и, короче, это была группа, вам надо сейчас сказать, это Men's Special for CSBR, ну что-нибудь в таком роде, короче. Это были Men's Special for CSBR!
за жизнь вместе с группой Have You Seen The Will. Чуваки, как сильно вы любите китов? Охуенно. Охуенно. Обожаем. Это правда ведь, что ну, девушки как бы котируют китов в плане, ну ты понимаешь, ну, там. Конечно. Пойти, плане размера всегда инфа 100%. 100%. Ну что, как вообще настроение, как все отыграли? Вы же, ну, дофига новых тем отыграли. Отыграли отлично, звук дико, например, да. Ничего не слышно, зато классно. Я пришел к этим ребятам поддержать их. Кита за яйца. Кита за яйца. Ощупал яйца, взял. Взял, блядь, и охуительно. Самые красавчики. Какие планы, чуваки, расскажите на будущее? Зови на следующий концерт. Хуярить. Когда релизы ждать? Релизы? Завтра. Летом альбом, а сейчас вышел вот две недели назад. Сингл, да? Две недели назад сингл, вышел, да. Мой брат, короче. Бомбический сингл вышел, кстати. Бомбический сингл. Все оценили. И выйти в открытое море искать китов. Я, кстати, ты похож на какого-то актера голливудского, тебе никто не говорил. На Серегу. На Серегу он похож на актера. А Безрукова? На Безрукова в 3D. Не, ну правда. Ну ладно, чуваки, я чувствую, интервью нихуя не получится. Все хотят вам выразить респект, но давайте, короче, пятюню. Блять, давай! Давай! Ну, большой чувак, давай.
Буржуя, блин, что красное, что рыжая, одно и то же слово. Они просто ущербные люди. Вот Денис, ты даст соврать, кстати. Ты не даст соврать? Не даст соврать. Никогда. Ты тоже не даст соврать. Вообще не дам. Мы познакомились на почве любви к свиным стейкам. Вот, свиным стейкам. В стейкхаусе, да, конечно, мы встретились сегодня. Нет, мы сначала встретились на автобусной остановке. После этого мы встретились в стейкхаусе. Я проговорил о кикхаусе. Да. Индохаусе. Ну, типа, да. Да. Стейкхаус. Как мы родились, сразу песни какие-то. Вот мы сегодня их сыграли. Ну, планы есть по записи нормальные. Там, вот план, братиш, план есть, да. И типа, говорим, а что, он нормально был гикхаус. И сразу же родилась песня. Андрес, да, про город женщин, что-то как-то навеял. Да, гикхаус навеял. Город женщин. Не, ну серьезно, вы будете какой-нибудь епичку, альбом писать там? Альбом писать? Ну, мы умеем.
смотри, я думаю, где-то в феврале-марте. Да, что-нибудь с Бабахем, конечно. Хорошо. Но мы сегодня, видимо, ее и сыграли, вот эту эпишку как бы. Да. Последние темы вообще, последние две темы вообще охуенные. Я их, правда, не записал нихуя, но, блядь, зато я записал там, где вы Крима сыграли. Мы еще не сыграны, просто в начале. Да. Потом, короче, второй, третий. Но сначала, как бы, сначала еще не попустила, как бы, нам сначала еще не попустила, а потом, как бы, когда немножко все вошло в русло, уже вот мы так, как бы, стал, почувствовался грув какой-то, как бы, грач. Специально для CSPR, братишек. Специально для CSPR, братишка, дом Red River Con. Давайте печально. Оба. Оба. Yeah.
первый раз на концерте CSGO, да? Первый раз. А вы на концерт Refuse the Beers, да, вообще? Они вас позвали, как бы, ваши кореша? Да, Даша, я у тебя потом интервью возьму. Нет, у меня настраиваются. Это у вас никто не играет. А кто меня... играет? Ща... Саша, я у девчонок интервью беру. Все, извините, я не буду. Знаете, я вам подарю значок. Только один, ладно? Давай. Хотите, батя, прости, я тебе второй сейчас подарю. Вот или так, нет? Все